Ну что, всем привет. Дубль 2. Наша вторая поездка в парк. Силы есть у всех? Нет. Или устали? Нет? Может быть, нужно было паузу сделать? В принципе, у нас второй день можно использовать в течение 6 дней после первого прихода. Но начиная с завтрашнего дня, там будет очень жарко, до плюс 38, а может быть и больше, поэтому мы не осмелимся в такую жару поехать. Вчера было очень жарко, было 33 градуса. Но в 38, а там все и 40, наверное, мы не решимся поехать. Все загрузились. Ждем. Сегодня у нас боль. Надеюсь, успеем на все остальные американские горки, на которые мы не сходили вчера. Заехали на заправку. Немножечко подзаправимся и поедем. 7 часов утра, как вчера, выехали. Вот, так что отдыхайте, можете в машине поспать, набираться сил. И сегодня будем гулять дальше. Мне кажется, сегодня больше машин, чем вчера. Вчера не было такой пробки при въезде. В принципе, время точно такое же. Мы плюс-минус такое же время приехали. Машин просто море. Все, все проснулись? Нет, малышня спит. Вон там они домиком сложились. Каролина сверху на него, как на подушечку. Ну что, мы уже зашли. И сегодня, мне кажется, народу больше, чем вчера. И сегодня не так жарко. Да? Идем. Куда мы идем? Куда идем, не знаем. Куда-то идем. Ксюша, какая у нас программа на сегодня? Куда идем? Домой. Домой? Дорога домой. Мы пока не решили, куда идем. Может, вот на эти машинки? Мы на них не катались. Мы пришли на карусельку. Вчера не успели прокатнуться. И Макс тоже согласился в этот раз. Пойдет с нами на грибочек, да? А там Макс летит. Мы пришли на лодку. Макс с Ксюшей остались. А мы будем кататься. Ксюша не любит такую. Макс тоже испугался. Готова? Да. Подожди, давай. Подожди. Сюда, 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 сюда. Вот сюда. Двигайся. О, давай. Влог снимаешь? Тебя снимаю. Так, следующая наша остановка, скорее всего, вот на вот эту деревянную. И Каролина тоже, кстати, хочет. Хочешь? Да. На вот эту. Пойдешь или нет? Рапиро. Ну, она быстрая, да. Так, я не знаю, если получится заснять, как мы едем, потому что едет он очень быстро. И это опасно. Можно телефон выронить. Маргоша. Так, папа у нас с девчонками пошли на вот этот шар. Там внутри тоже американские горки. А мы с Максом остались. Макс не хочет. Мы будем ждать. Пойдем в тенек куда-нибудь сядем. Пока там девчонки с папой развлекаются, мы с Максом тоже, чтобы не соскучиться, на самолетиках полетаем. Вот так. Все. Не бойся, не сильно. Нет, все хорошо. Не будете держаться. Ну, если хочешь, можешь держаться. Вот так вот ручками держись и все. И сейчас полетим. Второй раз сели на самолетике, и Макс решил сесть один. Он сам сказал: мама, давай отдельно.
Ну, отдельно так отдельно. Смелый мальчик. Все, полетели! Макс! Мы уже прокатнулись с ним 2 раза, а наши еще не вышли. Там очередь большая. Так, кого мы будем вытаскивать? Стича? Только пока не нажимай. Ищи куда-то там. Давай. У них его сил не хватит. Но тени фуэрса. Каролина только что прокатнулась на вот этой горке. Не так страшно. Не так страшно. Да, она такая вылазит и говорит. И чё, говорит, не так страшно. Вот на вот этой. Бесстрашный ребенок. И фотку мы распечатали. Вон. Не так страшно, говорит, а лицо у нее. Закончили мы наш день. Монетка у тебя есть? Мы с Маргаритой прокатнулись и с папой на Silver Star, как и хотели. Маргарита еще в шоке пребывает, да? Ксюша не решилась. Ноги болят у всех, уже идут еле как. Все, мы идем на стоянку. На сегодня заканчиваем наш экстремальный день. Здесь вот я так и не прокатнулась на шарике. Ну ладно, Канкан называется. Теперь еще нужно дойти до стоянки каким-то образом. Я тут сгорела, и лицо у меня, наверное, и плечи у меня сгорели сегодня. Вчера не так, как сегодня. Вчера в футболке была, да? Да, вчера я была в футболке. Сегодня вся сгорела. Если бы можно было, я бы тут искупалась точно. Очень жарко. Очень жарко. Маргоша умылась. Мы сейчас заедем, как всегда, перекусить. Сегодня почти ничего не ели, только пили. Очень было жарко. Вы себе уже придумали меню? Да? Маргоша лицо сгорело сильно тоже. Ну, красное, да. Еще хуже, чем вчера. Покушаем, перекусим. Время у нас сколько? 7 часов. Мы сегодня пораньше даже. Вчера очень сильная пробка была. Фотографии показываем. Это мы были на самой большой. Да. Втроем там деток не пускают. А, кстати, выиграли все-таки на этом. В автомате выиграли вот такую игрушку, да. Мишку. Вот, на Артуре. Все, или еще пойдете? Нет, все уже, куда уже? Сил нет. Это Blue Fire. Все посмотрели тракционы. Да? И вот так, это вот не, тоже. Не страшно было на этой. Нужно было папе только ничего? Вот эту брать. Да. Фотографию. Да, потому что мы здесь все вчетвером, а он не заметил. Взял, получается, эту и эту. И вот это вот на самый последний мы катались, на, как ее называется, Silver Star, самая сумасшедшая. Громче всех, наверное, так кричали, вот да? Так вот получилось. Время у нас уже 11 часов. Я, скорее всего, влог буду монтировать рано утром, потому что сил у меня сейчас нет. Это Мишка или мышка? Мишка. Спокойной ночи. Пока. Все, всем пока, ребята. Пока.